После капитального ремонта свои двери распахнуло дошкольное отделение 52-й школы. Детский сад, построенный в 70-е годы прошлого столетия, получил вторую жизнь благодаря колоссальной работе строителей. Как преобразилось учреждение, покажем в следующем сюжете. Звонкого смеха и голосов малышей в этом дворе не было давно. Середина января. Детский сад закрыт на капитальный ремонт. Сегодня о том устаревшем здании ничего не напоминает. И внутри, и снаружи все преобразилось до неузнаваемости. Заменили все сети, полностью заменили кровлю, перекрытие там, где была необходимость. Все оборудование, которое здесь установлено, отвечает всем уже санитарным, всем нормам, техническим требованиям, появилась вентиляция, которой никогда не было. Конечно, все это скажется на здоровье, на росте наших детей. Обновленный детский сад принял 360 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. До ремонта здесь размещалось 11 групп. Сейчас добавилась еще одна – ясельная. Посмотрите, какой он яркий, какой он светлый, красивый, какой стал наш сад. Он был в крайне запущенном состоянии, в том плане, что здесь не работала вентиляция. Ливневки уже были старые, и, в общем-то, они не могли никак функционировать. И ввиду этого, для того, чтобы нашим детишкам было комфортно, чтобы был свежий воздух, чистый воздух, было принято решение, что это здание подставить под капитальный ремонт, что было и сделано. Главная новинка, которую ждали дети, родители и педагоги – возобновление работы бассейна. Теперь малыши смогут заниматься плаванием в новом отремонтированном помещении. Большая перезагрузка произошла и в пищеблоке. Здесь полностью обновили оборудование и установили систему вентиляции. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.